Друзья, всем привет! Прислали мне вот такую вот тяжеленную посылочку. Это трубогиб Дино. Есть у меня задумки по саду. Будем гнуть круглые кольца для кустов, для кустарников разных. И вот трубогиб такой вот прислали. Сейчас будем тестить, разбирать, распаковывать, смотреть и пробовать гнуть, чтобы понимать вообще, как оно работает и какие конструкции мы с помощью него сможем в будущем сделать. Так, какая-то деревяшка. Сейчас его еще придется собирать. Он, наверное, разобранный в таком виде. Все по кусочкам запаковано. Так, гарантийный талон, еще один подарочный сертификат, градус хаус и сам трубогиб ручной. Большая инструкция, сейчас это все надо собрать. О, перчаточки зеленые. Смотри, какие зеленые. Такие мягкие, приятные. Разбираем основную конструкцию. Тут вот немножко был пробит пакет и краска. Краска сбита. Тут хорошая порошковая краска, которая не должна скалываться и ржаветь. Конструкция. Но вот здесь вот она сбита немножко. Видимо, при транспортировке уронили. Он должен вообще легко гнуть. Там написано, что он, что женщины с ним справятся, с этой конструкцией. Рукоятка. Что такое? Кого хочешь? Шестеренку хочешь? А, перчатки хочешь одеть? Ну, на, одень. Давай сам одевай. Я все распаковал. В общем, он практически в собранном виде доставляется. Это все дополнительные запчасти. Тут есть углогиб, можно углы гнуть будет. Тут есть валы для круглого профиля. Даже есть угломер. Вот шестеренка. Что тут еще? Вал для ребра жесткости. В общем, разные виды валов. Он такой конструктивный для разных видов профилей. Сейчас вот будем собирать. Вот он написан, что трубогиб доставляется в собранном виде, но со снятой рукоятью. Установка рукояти вот сюда производится. О, ключ тут есть. Так, а эти шайбы, получается, не надо убирать. Они являются как прижимом профиля, или как? Сейчас посмотрим. Вот эту шестеренку еще надо добавить. Тебе три шестеренки. Угу. Было два. Тебе три шестеренки. И даже такую сторону будет, да? Угу. Тут также есть шкала разметки. Так, вот он. Регулируется по шкале, какой угол надо трубы. Так, вот это все. Сюда нужно еще надеть шайбы. 4, 5, 4, 5, 6, 7. Как раз вот эти 4 штучки для моего профиля. Получается он... Так, это что-то тут лишнее попало. Этот профиль, получается, шайбы, точнее, зажимаются. Профиль зажимают. Все, вставляем назад.
Все это надо, по идее, закрепить к столу. Все, в целом готово, собрано. Получается три оси и элемент, который поворачивается под каким-то углом и гнет трубу в дугу. Тут в комплекте даже черные саморезы есть по дереву. И шайбы. Закручу на два тестово. Здесь какие-то специальные валы, они не должны поскальзывать. С какой стороны лучше его засовывать? Наверное, с той надо засовывать. Так, у меня очень плохой профиль. И не влазит он у меня из-за бани. Все-таки надо было сюда его крепить. Повернем. Легко очень крутится, но я не сильно сжал. Смотрите. Я хочу тоже попробовать так. Палка уже получилась в дугу. Я хочу тоже попробовать. 30, стоит 30. Сейчас, подожди, давай еще подтянем. Так, на самый край. Получается, еще подтягиваем. Так вот, ну-ка давай, крути, справится. Малыш, крути вот в эту сторону. Давай, 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 потихоньку, потихоньку. Моя основная задача сейчас с помощью этого трубогиба гнуть круглые опоры для кустов. Еще хотел спросить, кто в сварке разбирается, кто-то сможет подсказать, может быть, даже собрать комплект для сварщика, прям вот что нужно, я хочу научиться варить. Чтобы это все конструкции сваривать, плюс если мы там... Ну, короче, много где нужно мне будет поработать сваркой. Вот я хочу сейчас освоить сварку. Может быть, кто разбирается и может помочь сделать, собрать комплект сварщика, чтобы сразу все купить и уже учиться варить. Я хотел к соседу зайти, но сосед сейчас уехал, который варит сам. И у него проконсультироваться. Кто-то из вас может с этим вопросом помочь. Смотрите, ребенок справляется. Тут, правда, не сильный жесткий профиль. Ну, миллиметровый профиль. Ну, вот он легко его гнет. Так, уже 40. 40? Я уже переборщил немножко с углом. Ее аж мнет. Ну вот, что получается. Почти что окружность. Но из-за того, что это старая труба с дырами, она смялась неправильно. Я ее не смог до круга докрутить. А так нормальную трубу в круг почти что докрутил. Ну все, друзья, протестили трубогиб. В общем, хорошая штука, очень легко гнется профиль. Если кому-то нужно, ссылка в описании. Переходите, покупайте. Он недорого стоит и очень легок в использовании. У него много еще дополнительных функций, которые мы тоже позже разберем, когда что-либо потребуется, ну там круглую трубу гнуть или еще что-то, или загибать в угол. Чуть-чуть попозже куплю нормальную трубу, уже размерюсь, просто сейчас пока что еще непонятно, какие мне нужны окружности, поэтому пока что обзор заканчиваю. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Не забывайте поддержать этот ролик лайком. Все, всем пока.